спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Фарне». Подарок защитникам Отечества в торговой сети «Фарне» обязательно найдется что-нибудь особенное. Сувениры, бытовая техника, оригинальная питейная серия, текстиль. Актуальная в любое время года серия для отдыха с комфортом. Любителям легкого пара – разнообразные аксессуары для бани и сауны. Как самый распространенный вариант подарка – наборы косметики и стильный мужской парфюм. В «Фарне» вы найдете все для дорогих и любимых мужчин. «Фарне» – все лучшее для вас. Здравствуйте, я Юлия. Сейчас расскажу вам об ожидаемой погоде на 5 февраля. В Барнауле ночью -33, днем -21. В Белокурихе ночью -25, днем -15. В Горном Алтае ночная температура -26, дневная -16. А теперь о погоде в нашем городе. В Бийске пасмурно, ночью -27, -29. Днем -18, -20. Хочу передать привет своим родным и близким, а также гимназии номер 2 4-му Б-классу.